Курс евро восстанавливается после того, как Европейский Центробанк оставил учетную ставку на прежнем уровне. Отмечу, днем евро демонстрировал трехмесячный минимум. За него давали 1 доллар и 9,5 центов. Сейчас курс евро 1 доллар и 10 центов. Негативную тенденцию демонстрируют и фондовые рынки Америки, которые открылись в красной зоне. Standard Poor's 500 опустился на 0,2%, составив 2139,99 пункта. Значение Nasdaq Composite с начала торгов снизилось на 0,3%. Подобное поведение на американской бирже аналитики связывают с повышением уровня безработицы в США.